Сани готовь летом, асфальт весной. Работы по ямочному ремонту начались в городе с 12 января. Это дорога на проспекте Текстильщиков, один из аварийных очагов. В этом году дорожное покрытие разрушено в 280 точках города. Виной тому неблагоприятная погода, обильные осадки и перепады температуры. Как следствие, асфальт рушится. Выявляются самые основные очаги проблем. В данном случае к нам к этой работе подключается ГИБДД. Соответственно, нам готовят списки объектов, которые в первую очередь нужно подвергнуть ремонту. Обращение жителей плюс наше инспектирование регулярное и ежедневное. Как говорится, ремонт дорог нельзя завершить, его можно только приостановить. Для ямочного восстановления используется литая асфальтобетонная смесь. И это временная мера, которая сможет обеспечить приемлемое состояние дорожного покрытия при низких температурах, так сказать, законсервировать дорогу до капремонта. Данная технология с применением литой асфальтобетонной смеси может применяться в весенне-зимний период, так как температура литой асфальтобетонной смеси достигает 200 градусов. Транспортировка осуществляется специализированными машинами с обогревом. В составе этого асфальта больше битума, а значит и прочность его намного выше. Подрядчик дает гарантию полгода. В первую очередь ремонтные работы будут выполнены по предписаниям ГИБДД, а также на магистральных улицах общегородского значения. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.